главное предложение дня только в рубрике «Обувь». Один единственный день. В день бренда «Вилмор» мы представляем полуботиночки «Инесса», обожаемые, из натуральной кожи, идеально подстраивающиеся под ногу. А самое главное, что это уже коллекция «Весна-лето 2021». Совершенно верно. Это ваш любимый бренд «Вилмор», который уже 27 лет радует нас своими уникальными моделями. Полуботинки «Инесса» выполнены из натуральной кожи в стилистике пэтчворк. Что такое пэтчворк? Это одежда, обувь, созданная лоскутным способом. Вот посмотрите, на этом цвете это особенно хорошо видно. Конечно же, внутри также скрывается стелька из натуральной кожи. Вот вы видите значок, который подтверждает мои слова. Стелька здесь у нас с вами анатомическая, стелька повышенного комфорта, с поддержкой свода стопы, с вашим любимым пяточным амортизатором. И, конечно же, все здесь сделано для того, чтобы в этой обуви вы смогли наслаждаться сутками. Правильная колодка, увеличенная полнотная группа, бортопрошивной метод крепления, один из моих любимых, который, конечно же, добавляет аутентики и абсолютно точно помогает держать конструкцию максимально. Ну а правильная подошва с резиновым композитом будет дарить удовольствие от каждого шага, а также никогда не будет скользить на любых, даже влажных, поверхности. Самое главное, что это любимое предложение сегодня. Внимание, о да, скидка 58%. Сегодня менее 3000 рублей. Предложение с дополнительными лучшими скидками. Так, что у нас самое важное? У нас с вами представлено несколько цветов на выбор, Маш. Рыжий цвет. Рыжий цвет. Посмотрите, мы видим его на наших экранах. Прекрасный цвет лета, цвет демисезона, который вы уже выбираете для себя. Далее цвет коричневый. Вот он, посмотрите, здесь действительно самый яркий представитель пэтчворк. Да, Елена Мироненко, наша красавица, выбирает его для себя. Цвет бежевый. Вот видите, у Леночки цвет очень красивый, коричневый. Да. Бежевый цвет. Посмотрите, такой яркий оттенок экрю, очень нежный, очень такой женственный. И, конечно же, цвет белый. Я обожаю белую обувь. Конечно же, абсолютно точно рекомендую им тем женщинам, кто еще не добавил в свой летний гардероб новую пару белой обуви. Ой, какие же они красивые. Ты знаешь, Маш, боже мой, я их сегодня надела, я словно очутилась где-то в Италии или Франции, потому что обувь словно заказанная для вас у модного обувщика, да. Что-то такое где-то за границей, именно такое ощущение. Сегодня 58% скидка, я знаю, что это долгожданная весенняя коллекция, я знаю, что она у нас распродавалась еще буквально полторы недели назад, вся партия 320 пар ботинок, поэтому однозначно, да, выбирайте сегодня. Машенька, как мы выбираем размер? От 36 до 42 размера. Да, эту модель я рекомендую брать на размер больше. Посмотрите на нашу Женю. Попросила ее сделать замер своей стопы. 27 сантиметров обхват ее ноги в пучковой зоне, то есть самая широкая часть стопы, где мы как раз определяем полноту. Расстояние от косточки до косточки. У Жени 10-я полнота. Обратите внимание, стопа достаточно плотная. Есть вальгусные и варусные нарушения. На свой 40 размер Женя выбирает 41 размер полуботинок «Инесса», то есть то, о чем я сказала ранее, на размер больше. Обратите внимание, несмотря на то, что подъем высокий, Женя даже не трогает шнурки. Поэтому, вот это вопрос. Да, это очень важно, сейчас мы об этом, да, поговорим. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, эту модель мы выбираем на размер больше. Если у вас не целый размер, а промежуточный, например, 37,5, мы всегда выбираем в большую сторону. Вы знаете, конечно, они настолько удобные, просто невероятные. Я помню еще, когда несколько лет назад я с подругой отдыхала, причем это был отпуск, у нее были подобные полуботиночки. У меня были туфли, она говорит: Лен, возьми удобную обувь. Ну, естественно, я туфли на каблуках, насколько мне было некомфортно и настолько ей было удобно. И знаете, когда она мне сказала: Ленусь, ну не надо экономить на своем здоровье, но выбирай ты удобную обувь. Ты посмотри, какие они интересные, классные, они тоже были прошиты и сделаны словно на заказ. Но знаете, самое интересное, вот когда у меня уставали ноги, она готова проходить была еще километры, она сказала: ты знаешь, когда еду в отпуск, когда я собираюсь много гулять, первое, на что я обращаю внимание, чтобы была обувь из натуральной кожи с подстройкой под твою ногу, чтобы создавалось ощущение, что эта обувь сшита на заказ. Да, ты знаешь, это действительно самое мудрое решение, которое можно принять при выборе обуви. И мне очень нравится, что бренд «Вилмор» как раз для нас сегодня предлагает обувь максимум из натуральных материалов. Причем, что мне нравится, посмотрите, мы имеем дело с вами с высококачественной натуральной телячьей кожей, которая со временем становится еще более благородной, еще более гибкой и еще
еще более нежные. И причем, что сейчас я вам хочу еще рассказать. Натуральная кожа сама по себе прекрасно дышит, вы это хорошо знаете. А наша обувь у нас еще снабжена дополнительной перфорацией. Посмотрите, пожалуйста. Вот сейчас мой опыт с увлажнителем как раз это показывает, как здесь перфорирована обувь и как она будет прекрасно дышать, даже если вы будете ходить в этой обуви, например, летом. Да, то есть посмотрите, это абсолютно идеальное решение именно для вас. Что такое натуральные материалы? Натуральные материалы – это гигроскопичность. Угу. Натуральные материалы – это всегда, ты знаешь, Лен, это инвестиция, угу. если говорить. Конечно. Действительно, с точки зрения экономической, потому что не секрет, что кожа с каждым годом, как золото, как да, драгоценные дорожает. Материалы, становится да. все дороже. Слушай, ну дороже, опять же, ты их одни купила, и ты понимаешь, что ты носишь их весну, ты носишь их холодное лето, ты да? носишь их осень. Маш, ну скажи мне, пожалуйста, тоже интересно, они прошиты. Это верно. Элементы ручной работы, то есть я помню, что у меня отец даже вручную раньше прошивал. Раньше я тоже помню, это да? в детстве. Да, ты знаешь, действительно, здесь у нас с вами элемент ручной работы, который как раз нам с вами показывает премиальность этой коллекции, которая нам показывает тот факт, то, что это не просто обувь, это действительно так. настоящий класс премиум. Давайте с вами поближе как раз рассмотрим этот бортопрошивной метод крепления подошвы. Вот видите, то есть у нас с вами основа изделия соединена с подошвой вот такими вот стежками. Нити у нас здесь с вами непростые, нити вощеные. Что это значит? Они обработаны специальным воском, который, во-первых, никогда не разлохматится, то есть это эстетический внешний вид. Во-вторых, даже если вы намочите эту нить, ей ничего от этого не будет. Это второе. Ну и третье, благодаря тому, что у нас здесь с вами бортопрошивной метод крепления, он прекрасно и правильно держит нашу конструкцию. То есть обувь будет всегда выглядеть в правильном, выглядеть в эстетическом виде. И как следствие, конечно же, вашей уверенности ничего не угрожает. А самое главное, вы будете уверены в том, что вы не будете уже в следующем сезоне другую обувь покупать, потому что обувь бренда Wilmer и полуботинки Игнесса соответствуют вашим желаниям. Сегодня менее 3000 рублей, в любой другой день уже 7200. Поторопитесь, свой выбор сделали уже более 100 новых телезрителей.